Ну, сказать больше не надо, но да, буквально несколько слов. Столько всего замечательного сказано, я человек коммерческий, поэтому могу сказать, что есть проекты, ради которых понимаешь, зачем все остальное делать. То есть вот наше издательство издает в год сейчас примерно 60 книг, 60-70 книг. И среди них есть разные. Я почти все, что издаю, мне все нравится, но они разные. И каждый раз ты себе задаешь вопрос, а зачем эта книга нужна? То есть вообще-то не хочется быть пекарем, который делает вкусные пирожки и все. Это немало, но кажется, это на каком-то этапе недостаточно. И тогда всегда приходит какая-нибудь новая книга, которая не имеет никакого смысла. Этот пирожок не каждый съест. И ты понимаешь при этом, когда готовишь книгу, секрет нашей замечательной профессии, что на самом деле мы сделали то, чтобы сами что-нибудь сочетать. Ты вот читаешь и понимаешь, что это история. История не просто в том смысле, что где-то там вписалась, а то, что это меняет людей. Когда нас спрашивали с самого начала, зачем вы издаете Маймонида на русском языке, кто это будет читать? Ну, это обычная версия, что будет читать, тот, кто может это читать, пусть читает на иврите и так далее, на арабском читать. На самом деле так, они были правы, некому было это читать. Но через 10 лет мы видим, что те, кому есть, кто может это прочитать, они появились. Они теперь есть. Вот твоя мечта, чтобы мечта сегодняшних выступающих исполнилась и понадобилось издавать второй, третий, четвертый том. Когда точно так же, как в истории с Рамбамом, в истории с Эль-Яков, в истории с Мидрашем, который мы издавали, вдруг выяснилось, что это людям нужно. Потому что ко всему тому, что сегодня говорил со сайтами, мне, конечно, добавить многое не придется, я для себя, я об этом и написал, нашел в этой книге главное, что, в общем, для меня, конечно, не является революционным, но важно для меня лично. Что любой процесс мысли начинается с сомнений. И то, что пишет в этой книге Цайтлин, то, что собрано в этом собрании статей Цайтлина, это собрание статей человека, который не уверен в своей правоте. Именно поэтому он прав. Поэтому я думаю, что это событие для нас очень важно. Я очень благодарен всем, кто к этому приложил руку. Я очень надеюсь, что сегодняшний замечательный наш вечер послужит уже коммерческой цели, и эти пирожки кому-то еще и понадобятся. Но даже если нет, доедем. Завершить я все хочу словами Цейтлина молитвы, вот этой самой молитвы, о которой говорила Наташа, которая заканчивается книгой «Избранных». Очень важно для цели для произведения. А после этого можно задавать вопросы тем, кому хочется, чтобы спросить. Свет всех святов, святой святый, истинный, истинный, святой, великий отец всех миров, отец всего Израиля. Веди нас путем света, которым следовали отцы и жаруки наших святые. Удостой нас, отец наш святой, великий, цельный, как отца нашего Якова, да пребудет он в мире, и прямодушие его. Удостой нас великого знания и святости Маши, учителя нашего. Средоточие от знания всего Израиля. Обереги и спаси нас, Отец нас, Святого Христа, и Святого Христа, и Аспина. Свят, 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 освети нас свою святость Твою. Будь с нами вокруг нас и в нас, да пребудешь Твоя Твоя в нас. Отец всех миров, святой грозный, святой величественный, Отец всего Израиля, осени нас духом любви, да возлюбили мы любовью крепкой, все творения всех людей, а особенно весь Израиль, народ Твой святой и каждого сынок Израиля. Свет всех святов, зажги свет в твоих душах, в сознании и в сердцах наших. Позволь зариться высшим светом, нести свет твой святой всех вокруг. Излей новый свет на весь Израиль, дабы пробудился он в жизни святой чистой и обновленной. Нас же удостой нести свет и владеть падающую сапфудаита. Владыка мира, будь в помощь собранию нашему малому. Помоги нам заложить камень в основание строения народа.
удостой нас, где бы мы ни были, что бы ни говорили, о чем бы ни думали, исполнять волю Твою. Да узрим мы утешение Сиона и Иерусалима, когда внезапно войдет в свой чертог владыка, мы бы воскликнем, и я буду свет божественным взором всякой плоти. Амен. Как нам молиться за спасибо. Всем, кто говорил, если есть вопросы, то я думаю, что я бы такое чувство удовольствие на них ответил. Что это совершенно? Если же и бы в шаре осужден, лимает команда, что дебата от двоим шелоки дай лагат боем в мистика, что кидай ли они охлаем. Эхо ли ведут маулай, каха, ато. תשמעי, פרופסור שולר כתב בסוף ספרו זרמים עיקריים במיסטיקה היהודית, כן? שמי יודע מה יהיה עתיד המסורת הזאת, אבל טמון בתוכה כוח גדול מאוד, מין כוח גרעיני רוחני טמון במיסטיקה היהודית. ואם מישהו יפתח את זה, וחס בשובו של עם ישראל לארצו, ודאי יגרום להתעניינות גדולה בזה, מי יודע מה יקרה עם הכוח הגדול הזה. אני חושב שיש מהכוח הגדול הזה, הטמון בספרות המיסטית, שימושים חיוביים ושימושים שליליים, כן, לא טובים. שימושים שליליים, כן. אני חושב על האלמנטים בתוך המסורת המיסטית שלנו, שהם נוגעים יותר מדי קרוב לגזענות, או נוגעים יותר מדי קרוב לבלעדיות יהודית בעולם, שרק אנחנו, בניו אהוביו של בורא העולם, ושהכל תלוי בעולם. אני חושב שיש דברים, יש יסודות די מסוכנים בתוך המסורת הזאת. ובעיקר, בתקופה היסטורית, שעם ישראל עומד באחריות של שליטה על מדינה בעולם, שיש לנו אחריות פוליטית שלא הייתה לנו בתקופות קודמות, אני חושב שיש להתייחס בזהירות לכמה וכמה מהתורות שיש בתוך תקופות הקבלה. Больше вопросов нет? Тогда не в хотелке, правда, не предусмотрено, но можно считать, что она есть. Большое спасибо. Женя, объявление какое-нибудь?